Продолжаем сегодня. Вторая часть. Так, мы с вами сделали низ, сделали вот это вот небо, которое будет у нас как задний фон. Да? Сейчас мы делаем вот эту верхушечку облачко и делаем уже лучики. И все, будет готово. Смотрите. Вот здесь вот лучики я закрашивала, сверху будем красить, да, а здесь у нас цвет темный, поэтому можно сразу вот, вот эти вот пробелы оставлять. Сейчас делаем вот это вот облачко, ну и сразу одновременно можно и лучики. Берем для облачка разные оттенки синего, фиолетового, белый как основу. Можно чуть-чуть беленького взять себе на бумажку, смотрите. Отдельно, да, капельку я сделаю, и в него буду добавлять просто разные оттенки синего. Смешивать. Посмотрите, вот здесь вот уголочек у нас может быть посветлее, и вот здесь вот снизу чуть-чуть может быть посветлее, да, а вот самое темное место у нас будет вот здесь. То есть у нас должен быть контраст солнца и туча, да, это свет, это тень. Вот, чуть сюда не стала рисовать уже. Поэтому какого цвета мешали? Голубой с белым. Какой голубой? Это? Вот этот вот. Там можно немножко изумрудного добавлять, немножко зеленоватого, немножко разные оттенки. Пробуйте вот все, которые есть. Вы можете придумывать, да, какие-то оттенки цвета. Закрашиваем такие вот мазочки, делаем. Лучики тоже можно, да, но когда лучики рисуешь, это другой у нас оттенок, да? Когда лучики рисуем, чистая кисточка должна быть. Если синее небо рисовали, синюю тучу, тогда хорошо помыть кисточку и сделать чистый желтый цвет. Желто-белый, да, вот как у нас будет такой переход. Тоже, смотрите, разные оттенки там есть. Зелененький добавляем немножко, тоже можно. Синий с зеленым смешивать, делать изумрудный с белым. Намешивайте разные цвета и вот такие разные оттеночки делайте. Чтобы было красиво. Разнообразие такое у нас будет. Немножко вот сюда вот изумрудный. Потом посмотрите, вот здесь у нас мазочки. Да, мы, у нас облако, девочки, послушайте, посмотрите сюда. У нас облако, оно как бы вот такими вот кружочками какими-то может быть, да? Мазки могут быть кругленькие. Мы как бы завихряем это облачко, да? А лучики у нас будут прямые. И лучики мы рисуем по форме. То есть мы не рисуем лучики вот так вот, да? Смотрите сюда. Мы лучики рисуем вот так вот, как солнышко светит, так мы и рисуем вот эти линии. Понятно? Да. А облачко как раз мы можем как-то закруглять где-то. Какую-то форму такую делать. Лучики желтые делать. Посмотри, сколько тут цветов. Желтый начинается, когда из тучи выходит. Да, вот отсюда желтенький, и вот так вот плавненько там белый, розовый оттенок. Да? Вот здесь вот на переходе немножко зеленоватые оттенки, смешанные с желтым, с зеленым, с изумрудным и с голубым. Да? А вот отсюда уже от самого солнышка у нас желтый, оранжевый, немножко там где-то синий, бордовый можно намешать. Немножко вот бордовый, например, с фиолетовым. Можно намешать, будет такой красивый тоже цвет у нас. Там есть и красного чуть-чуть. Да, можно чуть-чуть красные оттенки добавить. Смотрите, и чисто синий такой, потемнее я беру цвет, когда я уже почти подкрасила, да, сейчас вот здесь вот самые темные места сделать. Потом по темному можно еще немножко светленького добавить. Можно красиво малиновый с фиолетовым и с синим намешать, например, тоже красиво сделать. Смотрите, чтобы облако было
насыщенным. Я краску беру без воды. Чистая краска. Чтобы не плавало ничего, да? В акварели у нас вода есть, а тут у нас есть краска. Поэтому в салфеточке промакиваем кисточку, чтобы не было сильно мокрое. Вот мазочками, мазочками вот так вот формируем наше облачко. Нельзя в воде держать кисточку. Угу. Еще одно правило. В воде нельзя держать кисточку, потому что она может размокнуть. Угу. Правильно. Все вот эти полосочки будут вплывать из кисточки. Можно, например, зеленоватый с голубоватым смешать, тоже будет красивый оттенок. Еще с белым намешать будет тоже. Я доделала все. Сейчас подойду посмотреть. Ты прям все-все, что хочешь сказать, сделала? Покажи. Покажи. Ну, будем считать, что это нижний слой. Вот посмотри, Зоя, ты сделала фон. А в фоне есть еще много разных мазочков и оттеночков. Посмотри, разных, да? Тебе надо сверху теперь пройтись и сделать вот такой вот набор красивых оттенков. Уже сверху этого фона. Иду смотреть. Вот больше дело не вот полоски такие длинные, да, а все-таки облако, там больше не длинные полоски, да, не такие, как змейки, а больше как пятнышки, кругленькие такие, да, вот берешь, например, вот, и вот такие вот пятна прям делай, да, пошире. И вот такими пятнами вот эту тучку. То есть у нас везде могут быть свои. Вот здесь, например, у нас волнышки длинные могут полосочки быть, да, а здесь более такие округлые должны. То же самое. Вот эти вот мазки делай более такие завихристые. Воздушное облако, да. Очень красивый цвет. Угу. Вот смотрите, вот это вот, вот в эту краску не надо просто так лезть. Это для того, чтобы в банку ее насыпать. Да, вот там есть банка белого. Вот отсюда берем туда, потому что уже вот грязная, да, и грязная будет целая банка. Чистой кисточкой надо вот сюда вот сделать это. И вот отсюда потом брать. Тут самое чистое — это серое. Да, потому что никто не пользовался еще. А вот белый самый грязный. Лиза, доделай вот этот кусочек, да? Вот это оставь, чтобы высохло все. Бумагу у тебя? Передайте. Чего? Бумагу заодно. Зачем? Даже салфетку ты имеешь в виду? Вон, возьми. Лиза, доделай вот этот кусок неба. Это синее облако должно быть у тебя. А лучи почему-то у тебя темные. А лучи должны быть светлые, да? Солнышко желтое. И у тебя, посмотри, у тебя небо должно быть розовенькое, нежненькое вот здесь, вот, а вода синенькая. Зоя, жестоко. Жестоко прямо ты обходишься со своей работой. Не надо так делать. Посмотри, сразу катышки будут.
мягенько вот так вот, если ты салфеткой это делаешь, то вот так вот. Да, поняла? А не трёшь, сразу дырки будут. Да. Лиза, ты поняла? Синее выделяешь. Смотри, что. Вода, да? Промокнуть сначала кисточку после воды в салфетку. Потом сделать воду. Вот беленького сюда тебе добавляю, да, сверху у нас должны быть отражения. Такие вот голубые волночки. А вот сюда розовенького добавляешь. Так, дай посмотрю. Угу. Давай, облачко быстренько уже доделываем. Так, добавляй вот уже светленькие оттенки в лучики. Так, и до самих добавляем. Угу. Все, да, можно уже тоже доделывать и лучики. Потихонечку начинать. Зой, вот. Промакивай немножко в салфетку, чтобы меньше воды было в кисточке. Так, ну уже вот лучики, да, переходим постепенно. Все, больше темного добавь сюда. Облачко темненькое должно быть. Посмотрите, насыщенный цвет, темный вокруг, да, посмотрите вот сюда. Вот это вот темное место. Она из темного светлые лучи пойдут. Контраст должен быть. Проверьте, есть контраст у вас? Ну, прям не знаю. Ну, как бы так, да? Где-то есть, где-то нет. Так, вот теперь белый с желтеньким беру еще раз. Вот солнышко сейчас буду выделять. И вот постепенно сюда перехожу. Посмотрите, вот здесь вот, девочки. Опа, ой, достаем желтенький. Подвинь чуть-чуть. Грязной кисточкой желательно тоже не залазить туда. Посмотрите, лучики вот, вот у нас как светит. Вот. Потому как у нас нарисована линия наша. Так и лучики. Тут белый грязный. Грязный. У нас тоже он грязный, он везде, тут грязный. Потому что грязными кисточками кто лазит, тот получает потом грязный цвет. Почему кто? Если он залазит... Смотрите, смотрите, делаю лучики снизу. Девочки, послушайте меня. Лучики снизу сейчас буду делать наверх, потому что светлый цвет здесь, да, от светлого потом к темному проще идти, да? Пока беленький чистый у нас, мы сначала беленький делаем с желтеньким низ, а потом уже добавляем потихонечку оттеночки наверх. Вот. Границу лучика можно обозначить. И вот такими вот мазочками. Смотрите, красиво сейчас будет просвечивать розовый, который снизу у нас есть, да, внутри. Он, получается, будет просвечивать немножко. Уже как готовый оттенок. И вот так вот постепенно сейчас будем подниматься наверх. Добавляем разные оттеночки. Немножко вот этого телесного сюда можно. Вот этот, вот этот, вот этот. Помой хорошенько кисточку. Возьми светлый цвет, белый возьми, чистый. У тебя кисточка грязная, поэтому у тебя цвет, посмотри, какой грязный получился, да? Помыть кисточку как следует. Ну, Зоя, а ты с другого пути не могла пойти? Нет. Зоя, надо лучиками заняться. Я не могу. Я а что? Нет. Иди сюда, вот посмотри. Посмотри на картинку. Ты просто видишь, покрасила? Да. Просто закрасила. А тут посмотри, видишь, полосочками. Да. Вот делай вот такие полосочки. Видишь, сколько цвета разного? Сколько оттеночков. Смотри, желтенький чуть-чуть берешь, да, потом немножко зелененького вот так добавляешь, немножко синенького. Вот сделай вот такие вот оттеночки. Ну, чего? Чуть-чуть осталось доработать. Немножко вот сюда вот с крапинками такими добавь цвета. И будет готово. И солнышко еще раз выдели, да? Посмотри, от солнышка вот сюда вот должны немножко тоже желтенькие уходить сюда, да? Ладно. Давай чуть-чуть доделаем.
Посмотри, вот тут вот на этом лучике немножко розовенькое внутри, да? Давай, лучики и будут готовы тогда. Рукава закатать, да, говорила? Сейчас, иначе все грязные будете, да? Ну, аккуратненько. Зоя, ты что, сегодня не настроена? Лиза, знаешь, что я тебе, короче, одну фотку отправила? Про Зою. Лиза. Лиза, то же самое, что я Зое сказала с лучиками. Посмотрите на лучики, сколько там оттенков разных красивых. Я знаю, везде. То есть это то, что, вот, то, что у вас сделано, это как там будто белый нижний слой. А теперь сделайте, проработайте вот этот нижний слой, да, добавьте в него оттенки разные. Наведите красоту вот эту вот, да, уже. То же самое, да, посмотри, плавный переход должен быть. Одно из одного в другое перетекает. Вот это, да. Все остальное мне надо. Все, лучи уже делаем. Все, то же самое, да, чуть-чуть доделай вот этот краешек, лучи, лучи. Ага, да, Лиза, уже нормально. Угу. Зой, промакивай, дайте, Алин, дай салфеточки. У тебя кисточка, возьми другую кисточку просто, которая, это у тебя большая, возьми поменьше. Вот такую возьми. Все, а эту помыть. И... сначала, да, у тебя должна быть только чистая краска, без воды. Не, а вот так поэтому, вот... смотри, Зоя, без воды главное. Промахнуть, высушить кисточку, да, дай. Стой. Стой, у тебя сейчас иначе, видишь, цвета не будет здесь. Смотри, сухая, промахнула сюда, да, теперь взяла чистую краску. Вот, да, желтый-белый. И... грязная уже, да? У нас белого тут уже не осталось. Белый почему-то стал серым, да? У нас теперь он чистый. И вот такие вот мазочки делают. Смотри, разные. Раз, сразу по всей длине. Я просто вот здесь вот, да, вот такие мазочки делаешь. Все. Давай. И вот на этот лучик тоже самое. Все, промакивай в салфеточку. А я исправила белый. Вот. Чистый сделала или теперь он весь грязный стал? Нет. Чистый. То же самое промакивать. Салфеточку оторви. Кофту сними вообще лучше, а то она у тебя вся грязная. Ну-ка, Лиля, а так лучше. А? О, шикарно, молодец. Все, и дальше просто тоже вот это вот разводи, да, чтобы не было полоски. Это одно цвет, один цвет, это другой, да, вот такой же плавненький переходик. Вот посмотрите, Самира как делает. Мишка, был Мишкой, Самира? Самира, Лола. Что там Лола делала, покажи. Плавный переход она сделала. Вот то же самое, да? Да. Вероника, смотри, чуть-чуть светленького добавь. Вероника, светленького, вот лучики внизу, да, вот эти вот, посветлее сделай, добавь светленький цвет. У вас тут белого уже не видно, что это, где белый? Вот. А, вот. Вот это тоже, да, посмотрите, грязный какой вот цвет стал. Надо чистить. Лучики внизу вот эти вот делаем красивые, светлые. И вот такими движениями, разными оттеночками, придумываем свое. Не обязательно повторять отсюда, да? Можно свое что-то придумать. Свои какие-то оттенки, да. Плавный переход на лучиках от зеленого к желтому сделай. Ой, вот это вот что за грязь у нас тут? Нет. Ой, да. Надо помыть кисточку как следует. Вот я в желтый залезла, а он красный. Ничего, как говорится, сойдет. Но в целом такого не должно быть, да, у нас? Девочки, не пачкайте краски, пожалуйста. А то вы сейчас одну картину нарисуете, и все, краски можно выкидывать, да? Ага, я тоже почистила. Угу. Моем как следует кисточки перед тем, как залезть в краску. А третий у тебя лучик куда потерялся? Почему-то. Три лучика у нас. То есть вот этот у нас из тучки торчит, вот здесь тучка должна была быть. Да? А вот тут у тебя лучка. Давай, давай быстренько дорисуй. Сейчас сделаем. Алина, давай уже лучи пора делать. Вот. Варя, то же самое.
Варю, увлеклась, увлеклась. Увлеклись мы. Да, Вероник, добавляй светленькие уже лучики. Желтенькие, беленькие и телесные. Вот беленький стоит еще. Достаньте поближе. Угу. Держу. Посмотрите теперь, кто говорит, что все. Посмотрите на свою работу. Мне все, кажется, точно все. Солнышко выделили. Кучки, посмотрите, выделили. Я думаю, что не все еще. Облачко выдели. Выдели облачко. Контраст. Посмотри, вот здесь вот луч и облако. Контраст есть. Да, синенького добавить немножко можно. Чуть-чуть. Синенького. Так. Вот я сделала вот так вот. Теперь еще буду добавлять оттенки. Например, зеленый. Где соединение? Где соединение тучки и лучика немножко добавляю уже оттенки. Посмотрите еще, какой эффект. Вот посмотрите, если у меня очень сухая кисточка будет, посмотрите, я делаю, да, и вот, вот такой вот интересный эффект получается, как бы, по сухому. Передайте, передай салфетку. Зоя, передай салфетку. Да, мне тоже давайте салфеточку. Лол, не должен у тебя один луч отличаться от других сильно. Тоже пользуюсь. А я тут перемешивала цвета. Да, то есть немножко их делает в одном ключе. Я тут перемешиваю просто. Зеленый тоже надо добавлять. Смотрите на картинку и придумывайте сами, да, что-то. Что-то интересненькое. Мы с ней в школе пушки нарисовали. Ага. Ну и как? Что получилось? Получилось, красиво. Красиво? Да. Можешь принести на следующий день. Приносите посмотреть. Ну, может быть, только мы в следующую пятницу заберем. Да. Ага. Ну, когда вы заберете, приносите, потом посмотрим. В следующую пятницу. Угу. Только мы там не, мы не сами рисовали Пушкина, там, короче, обводка была. А сами раскрашивали. Да. Понятно. Не сосок получилось красиво очень. Просто раскраска вот. Вот у нас там некоторые рисовали мультяшно. Угу. Да. Вот смотрите, я сейчас что делаю. Я вот сюда вот добавляю оттеночки малиновые. Посмотрите, девочки, лучики, да, разбавляю. И сразу вот этот же малиновый вот сюда куда-то я иногда в тучки добавляю, да, чтобы было объединение цвета такое. Немножко как бы объединяем движение. Немножко розовенького с желтеньким, например. Так, не балуемся. Так, Алин. Алина и Варя. Займитесь уже лучами. Вы застряли на облаке. Лиза, хорошенько помой кисточку. Грязь навела опять. Ну вот. Сними кофту, потому что у тебя вся кофта уже. Посмотри на свою кофту. Лиза, Красота. Ты кофтой своей на работу ложишься. Посмотри. Видишь, что ты сделала? Вау. Покрасила вау, кофту. Моя кофта. Кофту. Кофту сними. То же самое, да? У меня. А что такое? Лиза, помой хорошенько кисточку. Очень нравится. Вытри ее потом и сделай низ лучиков беленьким, светленьким, каким-то белый с желтым смешай. Красивый цвет наведи, немножко с розовым можно. Добавь чуть-чуть. А я еще с лучами вожу. На них делаю красоту. Ну все, я все уже. Я устала. Устала это не значит, что все.
правильно? Ну все же. Солнышко выдели. Посмотрите на солнышко. Какие тут нитки? Ярко-желтый, а в серединке белый. Хорошо. Сухой кисточкой. Вот смотрите, про солнышко говорим. Вот солнышко там у нас светит опять, да? Опять природа нам помогает рисовать. Все закончила? Лучиков не хватает мне светленьких внизу. Посмотри, лучики внизу светленькие, около, как, где, там, где они воды касаются. Сделай, добавь светлого чуть-чуть. И чуть-чуть беленького в центр солнышка и на лучики. Так. Теперь, смотрите, теперь сделаю контраст, выделю немножко. Выделю теперь, посмотрите, теперь еще больше контраста сделаю. Когда уже лучики почти готовы, девочки, смотрите, я объясняю, что делать дальше. Лиз, не размазывай, пожалуйста, мазочками, мазочками. Грязь не разводи, помыть кисточку, взять чистый-чистый цвет, белый. У меня нету красного. У меня нету красного. Варя, у тебя очень много воды там. Нормально. Должно быть сухо, должна быть краска, а не вода. Посмотрите, что делаю. Лучики уже немножко нарисовала, да? Теперь я беру и темным синим выделяю еще раз вокруг. Делаю вот этот вот контраст. Посмотрите, что делаю. Вот я вот не это все, вот делаю. Не все делаю, да? А кое-где вот самое вот это вот синее, да? Самое темное место. Я немножко еще раз вот такими мазочками сейчас затемню. Угу. Ну, а беленького не хочешь добавить? Я тебя просила. Светленькие лучики, вот где они воды касаются. Видишь, вот это вот. Сделай, пожалуйста. Добавь чуть-чуть. Вот серединочку облака еще раз выделила. Низ. Вот где у тебя водичка внизу? Вот где лучики внизу у тебя должны быть посветлее. Вот, вот это вот. Вот у меня... Не получается вот эта вот штука. Как я вот это вот сделала? Это глаза у тебя. Оставь, чтобы подсохло немножко. Доделай, пожалуйста, у тебя там целый угол облака не нарисованный. Вот сейчас вот этим займись облаком сначала, а там пусть высохнет. Это не готовое? Зой, ты что-то грязь навела. Ну, лучики сделала. Ну, почему они почему-то грязные? Надо подождать, чтобы подсохло. Ну, почти, да. Сейчас подойду. Я потом закрашу. Подожди, пусть подсохнет. Посмотрите, мазочками еще раз прохожусь кое-где, да? Делаю облачко. Все вместе подарим. Я просто картошка рисовала. Иду смотреть. Так, все, давай. Без воды краска должна быть. Варь. Не делай. У нас тут техника мазками. Можно салфетки, пожалуйста? Техника мазками идет, да? Вот мазками делай. Вот воды вот как-то не должно быть. Выдели облако синее теперь. Сделай контраст вот здесь вот между лучами. Посмотри, как у меня сделано, да? Видишь, контраст получился. Вот здесь вот добавь, чтобы у тебя лучики разделились. Вот тут между ними добавь темненького, да? Помнишь, что кисточку надо промакивать? Вода у тебя тут. Как я буду красить? Так, Зоя. Зоя, смотри, все бы хорошо, но кто кисточку еще оставляет? Лиза. Нет. Вот у меня кисточка. Да, смотри, не размазывай. Ошибка в чем? В том, что ты не мазочками делаешь, а ты мажешь вот так вот, да? У нас техника такая, вот такая вот, мазочки, вот такие, видишь, мазочки. Тогда краска у тебя остается здесь, она у тебя не перекрывается другими цветами, видишь, а так у тебя я сливается. Я тебе бумажное полотенце скажу. Вот тут я сделала красиво. Все? А где они? Да. А где бумажное полотенце? Да, и теперь убрать. Знаешь, что сделай? Вот так вот возьми и сделай контраст. Я, кстати, тоже. После Маруси вот там внизу должно быть еще что-то, либо закончилось. Посмотри, Зой, смотри, что надо сделать. Зой. Я тут красиво. Облачко доделай, пожалуйста. Смотри, между. Вот здесь вот, смотри, как видишь, у меня какой контраст там синий, да? Вот сделай.
вот здесь вот между лучиками вот так вот выделим край, да, вот этот вот синенький еще добавить вот сюда вот и между вот здесь вот сделать то же самое, да. И будет на контрасте у тебя сразу лучики выделяться. Так, не тормозим сейчас на лучах, а делаем вот это облачко. Так. Так, салфеточку. Вот сюда вот еще добавь чуть-чуть желтеньких лучиков, да, от солнышка вот сюда вот, да, чтобы было. Так, ну почти, да, закончим. Да, вот тут вот не размазывай только, да, вот крапинками или тут немножко, и все. Только вот не до низа делай, вот это не надо было до низа, у тебя тут же небо, облачко-то заканчивается все вот здесь, вот, да? Здесь у тебя светленькое должно быть. Так, Лиза уже почти закончила рукава тут. Лиза почти закончила и испортила мне работу. Да, не грязь наводишь. Вот здесь вот такой цвет сделай светленький. Да, просто тут запрошу. Вот сейчас я лучше не вот светлее к низу, да? Да, я сейчас буду все делать. Так. Тоже немножко сыровато, да? Чуть-чуть промакиваем. Не нашла ты салфетки? Тряпку вот эту? Это тряпка, это не салфетка. Вот же салфетки. Вот да вы что их туда делили? Девочкам дай. Вот здесь лежат. Сейчас тебе только оторву. Когда закончились у нас, что ли? Ну, нет. Почти. Вот. Да, что-то не видно. Ты не закрашиваешь? Я не знаю. Значит, наверное, у нас закончились бумажные цветы. Не знаю. Ну, пожалуйста. Давай. Передай, пожалуйста. Давай. Красивое такое розовое небо взяла, зачем-то стала мазать. Быстренько. Все быстренько, светленьким, таким нежненьким, розовеньким. Смотрите. Да, так лучше, только вот еще вот здесь вот теперь сделай вот светло-голубым вот таким же, да, а вот тут вот синеньким вот этим с этой стороны немножко не домазала. Так. Дальше. Ну что, потихонечку заканчиваем, да? Да. Посмотрите еще раз на свою работу, где чего подправить. Я уже знаю, где подправить. Ну все, я так оставлю. В целом все понятно, да? Что мы тут делали? Вот тут вот солнышко еще можно в центре немножко выделить беленьким. Вот потом краешек, посмотрите, вот здесь вот лучика, как бы он из тучи выходит. Привет, заходи еще. Выделяем где-то. Вот смотри. Все. Ну, как добавить голубой? Зайди, дверь закрой. Нет. Все, заканчиваем, да? Я почти закончила. Я тоже. Ксения, мне лучше не добавлять голубого картины. Сегодня закончили наш пейзаж. Солнечные лучи. Вот такая у нас была картинка. Среди туч вылезают солнечные лучики. Гуашью. И вот что у нас получилось. Все, молодцы.